Чува, вызывайте для представления слева от меня и команда Кыргызстана справа. Сборная Киргизии. Кыргызстан. Представляем участников. Кавказское общество Айран Чулак. Кышпанатов Улан. Так, 66 здесь у нас нет никого. 73 килограмма. 73 килограмма. Кагазаха Ханатурий. Ханмагомедов Ханмага. 81. Такаяков Руслан, Алипсатаров Ариэль. Алипсатаров, где? Выходим, пожимаем. 81. Так, Алипсатаров был. И здесь у нас Пазлов, Талмат, Заярбеков, Талмат, Алиев выиграли уже. Вызывается Кагазаков Анатолий, Кагазаков Анатолий. Уважаемые зрители, до этого мне помогал, скажем так, смотреть и разбираться в тонкостях борьбы министр национальной территориальной политики Республики Хакасия Кыргызстан Михаил Анатольевич. Давайте поаплодируем. Победу Азербайджана одержал Ханмагомедов Рамазан. Надо сказать, что он усилил команду Кыргызстана, сам представитель Дагестана. Тадызаков Анатолий вызывается. Так, уже вызвались, отборолись. Такаяков Руслан, 81 килограмм, Алипсатаров Ариэль. Синим, да? Бал должен синим.
победу в этой схватке обещал Каяков Руслан. Но, тем не менее, со счетом 3-2 выиграл команда Кыргызстана. Так, у нас определились полуфиналисты. Сейчас мы Кыргызстан, поскольку мы дадим отдохнуть, сколько они чуть-чуть позже, готовится команда Аскы и команда немецкой диаспоры.